Всем привет! Подписчикам с Ютуба, здравствуйте, ребята. Я рад вас видеть, и вы меня тоже, безусловно, рады видеть. Сейчас я в очередной раз реагирую на новый клип Юлика. Каждый день называется клип. Но перед тем, как мы начнем, ребята, загляните в описание под видео. Там будет ссылочка на бота ВК. Если вы перейдете по этой ссылке, вас перекинет в диалог, и в этом диалоге вы должны будете отправить плюс, и вам будут потом приходить в личку уведомления о начале стрима, и вы сможете вместе со мной в прямом эфире смотреть все реакции. Короче, погнали, ребят. Ага. Скажи, сколько раз ты пытался начать новую жизнь с понедельника? Но вот снова вторник, сразу после воскресенья. Неделя к неделе, все опять повторяется. Привет всем, кто заебался, у меня на это та же реакция. Каждый день, каждый новый день себя чувствую неважно среди кучи важных дел. Каждый день, каждый новый день, если встретишь смысл жизни, бери. Каждый день, каждый новый день себя чувствую неважно среди кучи важных дел. Да, ребят, я тоже себя неважно сейчас чувствую. Каждый день, каждый новый день, если встретишь смысл жизни, передай ему привет. Юлий Цезарь, выполняю кучу дел одновременно. Я могу ничего не делать, ничего не делать. Ты поведешь так всю жизнь, и ты даже не паришься. Я провожу ее взглядом, знаешь, у жизни клевая задница. Мы зависли в затяжном прыжке от колыбели до офиса. Так много дел на носу, значит, они переносятся. Быт, рутина, в чем смысл, зачем? Как мне быть нормальным членом общества? Мне нравится! А что вы думали? Член. Никогда такого не было. Член. И вот происходит опять. Если я пошел гулять с друзьями, они просто забыли меня не позвать. А подруга выносит мозги. Тихо, блядь. Почему ты мне не позвонила? Есть только миг между бывшей и будущей. Именно он называется жизнь. Каждый день, каждый новый день себя чувствую неважно среди кучи важных дел. Каждый день, каждый новый день, если встретишь смысл жизни. Мне грустно. Мне грустно, я все жду, когда же какой-нибудь блогер уже выпустит, блядь, клип или песню, которая реально мне понравится. Вот прям, которую можно будет слушать постоянно, изо дня в день, каждый день слушать песню. А не вот это вот послушал и забыл через минуту. Причем желательно забыл. Дед, у меня вкусы, они, ну, бля, они необычные, что ли. Я слишком много требую, но... Вот это вот... Слишком попсово, что ли? Не, вообще никак не зашло. Типа... Передай ему привет. Каждый день, каждый новый день себя чувствую неважно среди кучи важных дел. Каждый день, каждый новый день, если встретишь смысл жизни, передай ему привет. Хай. Ясно, хуйня. Ой, классный клип. Спасибо всем большое, ребят, что посмотрели. Мне Юлик, как всегда, держит планку. Молодец. Всем пока. А, ссылка на бота в описании, да.